начнем мы прямо сейчас с выступления на этой сцене исполнительного директора «Фаберлик» Аллы Анниковой. Встречайте, друзья! Аплодисменты! Дорогие друзья, сегодня прекрасный день. Я под впечатлением от дня вчерашнего и предвкушения дня сегодняшнего. Надеюсь, что вы в отличном настроении, полной силы и энергии, потому что сегодня вас ждут хорошие новости, новые программы для бизнеса и, конечно же, удивительные, трогательные, вдохновляющие истории наших лидеров. А я хочу начать второй день конференции с нашего общего успеха. По итогам 2022 года «Фаберлик» – безусловный лидер. В России и СНГ вот уже несколько лет мы – компания прямых продаж номер один. А в мире мы занимаем 32 место. И, конечно же, это наш общий успех. И он возможен только такой профессиональной и дружной командой, как вы. Но самое главное, что мы продолжаем расти и развиваться. И давайте посмотрим на наш персональный год. Ведь вы помните, что день рождения «Фаберлик» в октябре. Так вот, за год с прошлого форума мы выросли по России на 24%, а по всей компании на 27%. Отличный результат. И это несмотря на всю турбулентность в мире, на сложности с поставками, перестройку логистики. Но вообще это очень в духе «Фаберлик», согласитесь, не пасовать перед трудностями, а использовать открывающиеся возможности. А сейчас давайте поздравим громкими аплодисментами страны, которые показали за этот период наибольший рост. Друзья, в этом вклад каждого из вас. Ведь только объединившись, только все вместе мы можем достигать действительно больших результатов. Именно поэтому миссия нашей компании звучит так. Мы объединяемся, чтобы создавать яркое, вдохновлять на лучшее и делать красоту доступной. И здесь важно каждое слово. Яркое. Мы создаем яркие продукты, яркий каталог, яркий сайт, яркое мероприятие. И в этом зале каждый человек – яркая личность. Вдохновение. Мы о нем много говорили вчера и будем говорить еще сегодня, потому что это важно. И, конечно, делать красоту доступнее. Это то реальное дело, которое мы делаем, та реальная польза, которую мы приносим людям. И наша миссия – красота, сотрудничество и развитие. Наши ценности. Красота, сотрудничество и развитие. Красота. Мы создаем красивые продукты и делаем наших любимых женщин красивыми. Но красота – это ведь не только про внешнее. Мы ценим красоту души, красоту замысла, красоту мира вокруг. Сотрудничество. Опять же, вчера мы очень много об этом говорили. О лидере и его команде, о командах в офисе, о сотрудничестве с внешними партнерами. Вы помните, вчера был хороший пример сотрудничества, когда стекольный завод «Свет» создал за 9 месяцев, открыл новый цех по производству флаконов для парфюмерии. И таких примеров еще очень много. Развитие. Без развития нет жизни. Если не развиваться, то все приходит в упадок и затухает. Конечно, на пути развития и роста обязательно будут изменения, иногда будут трудности. И как мы вчера слышали, никто не обещал, что будет легко. Но я вам обещаю, что будет интересно. Наша миссия... Наши миссии и ценности, они помогают нам сосредоточиться на том, что действительно важно. Мы знаем, куда направлять наши ресурсы, какие решения принимать. Именно поэтому сейчас в фокусе компании доступная красота и непрерывное развитие. Именно сюда мы смотрим, именно сюда мы вкладываем наши силы. Доступная красота.
Это значит, что мы должны обеспечить для наших покупателей самый широкий выбор товаров по самым привлекательным ценам. Именно поэтому, несмотря на рост курса доллара, на сложности с логистикой, с поставкой, мы по максимуму держим цены на том уровне, на котором они были. Мы значительно увеличили количество распродаж и акций на сайте и в каталоге. И мы предлагаем нашим консультантам и нашим покупателям большой выбор. Например, давайте посмотрим на примере антивозрастной косметики. Вчера вы видели две прекрасных новинки. Инновационная эффективная серия коллаген О2 по самой доступной цене за дневной крем 299 рублей. И, конечно же, роскошная серия с золотом, она дороже. Но между ними есть у нас огромный выбор. Это из серии Гардерика, Реноваж, Банбек Миракл, Эксперт, Блум. Таким образом, мы представляем нашим покупателям выбор на любой кошелек. И это тот принцип, который мы сейчас используем во всех наших категориях. Например, уход за волосами. Это наша самая сейчас быстро растущая категория. Так что давайте тоже поддержим коллег, которые занимаются разработкой этой продукции. Мы тоже представляем нашу продукцию от самых доступных и популярных шампуней за 139 рублей до салонного ухода. И такой подход актуален для всех категорий. Сейчас мы работаем над тем, чтобы во всех категориях красоты, здоровья, товаров для дома и даже стиля у нас был большой выбор и большое разнообразие по ценам. Доступная красота – это также эффективная логистика и широкая география. Сейчас у нас работает около 8 тысяч пунктов выдачи продукции. Давайте еще раз поддержим держателей. Доступная красота – это удобство заказа. А что может быть удобнее и современнее сейчас, чем заказ через мобильное приложение? Сейчас 47% заказов у нас размещается именно через приложение. Но есть страны-лидеры. Опять же, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан, Азербайджан. В этих странах использование мобильного приложения достигает 70%. Мы сейчас сталкиваемся с различными трудностями, ограничениями, и буквально на днях наше приложение было удалено из Google Play, хотя там у нас было 5 миллионов скачиваний. И теперь у нас есть, конечно, решение. Это магазин RuStore, это официальный магазин приложений для Android, и вы можете посмотреть на этот QR-код, и по нему можно скачать наше приложение. Наш сайт, наши приложения работают на самой современной IT-платформе. И здесь мы также успешно справились с вызовами импортозамещения и перешли на облака в Сбере и в Яндексе. Сайт наш надежно работает, справляется с очень высокой нагрузкой, потому что каждую секунду размещается 3 заказа. А в высокие месяцы у нас объем заказов достигает 1 миллиона 300 тысяч. Поэтому наш сайт должен быть надежным, и также мы работаем над тем, чтобы он был максимально удобен, и каждый день совершается огромное количество улучшений. Развитие – это не только постоянное совершенствование IT-платформы, не только самые современные технологии. Это не только бьюти-инновации, те продукты прекрасные, которые вы видели вчера. Это еще и расширение географии, международное развитие, открытие новых стран. Поэтому, друзья, внимание на экран. Приветствую всех участников конференции «Faberlic 2023 года». У меня для вас отличная новость. «Faberlic» открылся в Мексике. Запустилась работа склада. В офисе активно проходят встречи с бизнес-партнерами. И я рад познакомить вас с первыми лидерами и директором по продажам в Мексике. Hola, ¿qué tal, líderes de Rusia? Soy María Laura Covarrubias, directora nacional de ventas, y quiero decirles a todos ustedes que México ya está abierto. Faberlic ya tiene presencia en este maravilloso país y tiene la oportunidad para todos ustedes que aprovechen este
potencial tan increíble para construir sus organizaciones. Los esperamos con los brazos abiertos. Quiero enviarle un cordial saludo a todos los líderes en Rusia. Father Rick ha llegado a cambiar nuestras vidas. Estoy muy feliz de poder estar trabajando con un equipo extraordinario en México, lleno de sueños, con muchas metas y sobre todo muy orgullosos por ser parte de la familia Father Rick. Reciban un cordial saludo, líderes de Rusia. Muchas gracias, Rusia, por esta increíble oportunidad que nos están brindando de aperturar México. Somos un país con un potencial enorme y qué mejor manera de demostrarlo que en esta gran compañía. Muchísimas gracias, Rusia. Gracias, Fabiola. Y México no solo es hermoso por sus costumbres y sus tradiciones, sino que también es el hábitat perfecto para las mujeres emprendedoras. Hola a todos los líderes de Rusia. Estoy feliz y todos los mexicanos estamos felices de que Fabiola haya llegado a México. Это отличная возможность расширить свои структуры не только в Минске, но в перспективе и в других странах Латинской Америки. Также хочу отметить, что MLM рынок в Минске занимает 6-е место в мире, что открывает перед нами огромные возможности. Так, друзья, Фаберлик теперь в Мексике, и мы передаем наши самые горячие аплодисменты нашим коллегам, лидерам Фаберлик в Мексике. Желаем отличных продаж. Как сказал Алексей, если вы готовы развивать бизнес в Мексике, то обязательно с ним свяжитесь. Вы можете посмотреть на этот QR-код и вступить в группу Telegram Фаберлик Мексика и связаться с Алексеем и другими коллегами из Мексики. Мы также получаем много вопросов про Турцию. Мы продолжаем там развивать бизнес. Сейчас там продажи растут, появляются новые лидеры, их команды растут. Поэтому опять же приглашаем вас, если вам это интересно, если вы чувствуете в себе силы, то, пожалуйста, присоединяйтесь к команде Фаберлик в Турции. И, конечно, эта страна все-таки ближе к нам и доступнее, чем Мексика. А мы смотрим еще дальше на восток. И на карте Фаберлик появляется еще одна прекрасная страна. Это Индия. И у нас уже есть первый лидер Радхот Атул. И он сегодня присутствует в этом зале. Официального открытия Фаберлик в Индии, которое состоится в ближайшие месяцы. Давайте еще раз все вместе пожелаем нашим развивающимся странам успехов, прекрасных команд и вдохновения. А мы уже начали, кстати, работу над каталогом для Индии. Посмотрите, какие красавицы у нас уже готовы, чтобы встать и украсить обложку Фаберлик. И развивается. А ведь когда-то, 26 лет назад, все начиналось с мечты, с идеи одного человека, основателя Фаберлик Алексея Нечаева. Я знаю Алексея 20 лет, и все эти годы он зажигает и вдохновляет меня увлеченностью, энергией, мудростью, и я бы сказала, таким визионерством, тем видением, которого, возможно, не хватает мне и кому-то еще из нас. Знаю, что Алексей вдохновляет, наверное, каждого сидящего в этом зале. И я думаю, что, друзья, нам очень повезло, что мы связали свою жизнь с Фаберлик.
Спасибо.